Привет! Мы наконец-то едем на машине. Это очень такое волнительное действие, потому что уже очень много времени мы находимся без передвижения такого. Поэтому очень непривычно. И сегодня в двух масках, потому что мы едем в опасный район. Девочка меня попросила съездить с ней. Миграционную службу, она находится как раз на Панкову. Заказали машину, которая возит только по таким нуждам, которые прям вот никак прям надо и все, потому что в другой район очень сложно проехать, а этот парень, который за рулем, он иностранец, он имеет доступ к другим районам, занимается извозом иностранцев, которым срочно нужно по каким-то делам. Вот, так что такие дела. Сейчас мы направляемся как раз в миграционную службу. Я вам сейчас покажу улицы. На улицах почти нет народу. Смотрите. Сейчас куда-то хочет заехать, кого-то забрать еще. По пути, наверное, скорее всего. Работники дорог и мерят температуру. Мы сейчас проезжаем мост, который ведет на футбол. И как раз посмотрим, есть ли там какой-то пропускной пункт. В общем, мы проехали через мост, и никакого пропускного пункта нет. Просто говорили об этом, но по факту оказалось, что спокойно можно проехать в другой район. Вот здесь уже другая совсем обстановка, тут уже люди ходят в спецзащите прямо по улице. Ну, обычные работники улицы, которые убирают. Дорога практически пустая. Службу. Тут вообще нет народу. Просто абсолютно.
весна. В обычное время здесь прям просто толпы. Люди делают визы выездные. Иностранцы, китайцы все на свете. Очень большой миграционный центр, а народу нет. Пришли в миграционную службу, чтобы забрать паспорт. А тут просто вообще тишина, никого нет. Ну, вроде как все включено, должны быть все здесь. Не знаю, увенчается ли это успехом. Паспорт нужно срочно забрать. Значит, никто никого никуда не повезет. Зачем вниз? Выдача. Но они сюда, может быть, придут. Может, они там. Ладно. Пошли решать вопрос. Там кто-то шевелится, мне кажется. А. Тихо. И там, пожалуйста. Че, куда? Да. Юре. Ломай мой канал. Нашли живого человека. Наконец-то. Сейчас сказали подождать, и мы заберем паспорт. Все, мы забираем паспорт. Все хорошо. Очень тяжело вообще, очень жалко за этих людей. То, что очень много людей. Но как будто из-за этого будет выгода какая-то. Почему люди так это все делают? Это очень несправедливо. Я очень надеюсь, что придет какое-то наказание тем, кто это все натворил, и от чего сейчас люди страдать должны. Так не должно было быть. Закрыто. Закрыто. Тут тоже закрыто. Закрыто. Вот так вот просто и быстро за какую-то неделю город превратился просто в призрак. Все закрыто, ничего не работает. Сначала паники не было, потому что на китайский Новый год, в принципе, так всегда. Но сейчас, когда уже праздники подходят к концу, мы все понимаем, что это не очень смешно и серьезно. Очень печально, что
что люди не понимают и не видят ценности чужой жизни. Из-за каких-то, из-за чьих-то политических игр страдают жизни тысячи людей. В общем, мы с вами увидели реальную картину, как все на самом деле обстоит в городе. Собственно, особо резкого дефицита лично мы не ощущаем. Мы как бы и доедаем, и все у нас хорошо. Главное не разводить панику в любой ситуации. Но за людей очень обидно. Я не понимаю, зачем так делать. Просто каждый, я думаю, в этой жизни получит по заслугам. И за все свое зло, что он кому-то причинил, он потом будет нести какую-то ответственность. Я уверена, что жизнь бумеранг. И за все наши грехи, так сказать, рано или поздно придется заплатить.